Региональные льготы для жителей Подмосковья предпенсионного возраста будут сохранены в полном объеме. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Совместно с Министерством социальной защиты фракция «Единой России» проработала весь пакет законов, который позволит получать льготы, как и у пенсионеров. Женщины с 55 лет и мужчины с 60 смогут пользоваться бесплатным проездом на транспорте, получать компенсацию по коммунальным платежам, иметь льготу по налогам и еще ряд льгот, предусмотренных областным законодательством для жителей региона пенсионного возраста. Все необходимые изменения мы примем уже 20 числа в трех чтениях сразу. С таким предложением выйдет фракция «Единая Россия» уже в ближайшее время. Как мы сегодня слышали на правительстве, губернатор обратился с такой просьбой. Я как руководитель фракции соберу уже в ближайшее время фракцию, которая выступит с этим предложением. И 20 числа мы рассмотрим пакет данных законов Московской областной думы. Льготы распространятся на ветеранов труда и военной службы, а также на лиц, награжденных званием «Почетный донор».